Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет технический ролик. Мы сегодня будем с вами обсуждать радар. То есть то устройство, которое позволяет нам ходить в темноте и, собственно, быть в безопасности и видеть другие суда и другие объекты, находящиеся на поверхности воды и берега. Поэтому садимся поудобнее, и у нас с вами будет сегодня один небольшой обучающий выпуск. Готовы? Поехали! На самом деле сегодняшний выпуск рассчитан исключительно на яхтсменов, на тех, у кого уже стоит данный радар. Мы сегодня будем заниматься траблшутингом, искать проблемы. Вернее, я вам буду показывать алгоритмы, как, собственно, искать эти проблемы и где они в основном бывают у радара, когда он у вас неожиданно пропадает из вашей NMEA сети. Также я вам покажу, что в этом радаре внутри находится. Это же интересно, что у вас под этой крышкой, под этим тазиком стоит. И для тех, у кого лодки нет и радара нет, я расскажу, в принципе, как это все работает. Я думаю, что для общего ознакомления это будет супер интересный материал. Поэтому те, кто с яхтингом не связан, можете посмотреть первую часть, в которой я буду рассказывать о том, как это все работает. А те, кому нужен траблшутинг, могут сразу переходить к второй части, если вы знаете там все диапазоны, в которых работают радары и прочее. Если же вам это интересно, то смотрите полный ролик. А я хочу вам напомнить, что у нас есть онлайн-курс, в котором радар есть как часть уроков. И это очень важно знать, очень важно понимать утилитарно, как пользоваться этим устройством. Поэтому не забываем подписаться на курс, потому что курс реально крутой. И добро пожаловать в теоретическую яхтенную школу, ну и в практическую, затем ко мне. Мы уже, кстати, принимаем гостей, поэтому пишите, узнавайте, когда, что. И научим с вами яхтить, но онлайн-курс обязательный. Ну, в общем, с этим мы разделом завершаем и переходим к следующему, уже непосредственно к радару. Кстати, хотел сделать одну небольшую ремарку. Мы будем с вами обсуждать радар Simrad 4G. G в данном случае обозначает Generation, то есть четвертое поколение радаров. Перед ним было третье поколение, 3G радары. То есть это как раз их эволюция. Сейчас уже появился следующий радар, который называется Halo. И его мы пока не будем рассматривать, потому что он только появился на рынке. Но мы рассмотрим те, которые присутствуют на большинстве судов. Итак, мы с вами разобрались о том, что значит 3G, 4G. Мы с вами рассматриваем радар Simrad. Но вообще это радар Navico, компания, которая делает марин оборудование. И в данном случае мы, говоря о радаре Simrad, подразумеваем еще Lorenz и BNG, то есть это все радары, которые на рынке есть, имеют просто стикер, а внутри начинка абсолютно одинаковая. Единственное, что отличается, радар интерфейс, это то, куда включается сам магнетрон, который крутится. Об этом я вам расскажу немножечко попозже. Давайте рассмотрим, как же работает радар. Весь диапазон, в котором работают радары, в принципе, начинается от 3 кГц и заканчивается 300 ГГц. То есть в этом диапазоне работают радары в зависимости от назначения, в зависимости от того, какие объекты им надо определять и много-много другого. Наши радары работают в диапазоне X-band. Давайте сейчас немножечко отвлечемся, я вам покажу табличку. И вот вы сейчас видите все диапазоны, которые начинаются с VHF, то есть с UKV. И идут дальше, 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 дальше. И наши радары, вот там 3G, 4G, марин радары, Navico, работают в диапазоне от 9,3 до 9,4 ГГц. То есть это у нас диапазон микроволн. И этот диапазон называется X-band. Собственно, как же работает радар? Очень похожая система и у эхолота. Отправляется пучок вперед. От каких-то объектов этот пучок отражается, и в зависимости от того, с какой задержкой пришел возврат сигнала или не пришел,
радар определяет, собственно, на каком расстоянии находится объект. А уже, собственно, пучок, куда прошел и где он отразился и вернулся, уже определяет размер объекта. То есть у нас есть два параметра. То, что мы видим, это размер и удаленность. Но мы сейчас говорим о радаре, который стоит на месте и отправляет пучок в одном направлении. В нашем случае у нас есть магнетрон, то есть, грубо говоря, микроволновая печь имеет похожий магнетрон внутри, и она постоянно, эта микроволновка, шлет сигнал вдаль, и при этом, собственно, сам магнетрон вращается с определенной скоростью. С какой скоростью вращается, мы рассмотрим уже в спецификации к радару, но пока мы говорим вообще о сути происходящего. Итак, когда у нас магнетрон вращается и постоянно шлет и получает сигналы, это называется broadband радар. То есть наш Simrad либо же Navico радар называется 4G broadband радар. Все радары в принципе работают по технологии Frequency Modulated Continuous Wave. Теперь я хотел проговорить об одном заблуждении, которое звучит, что если на вас попадет радар, то вы получаете какое-то жесткое излучение, и вы там можете умереть, поэтому если возле вас крутится радар, то, скорее всего, вам хана и прочее-прочее. Это абсолютно заблуждение. Естественно, внутри радара стоит магнетрон, то есть такая же штука, как стоит в микроволновке. И когда он вращается, то, естественно, идет в эфир какой-то пучок энергии. Но давайте посмотрим, что это за энергия. То есть микроволны — это просто волны высокой частоты. Частоты, я вам уже говорил, вы знаете. Так вот, так же, как и большинство видов радиации, это не проникает внутрь вашего тела. То есть ни на какие клетки, ни на что это вообще никаким образом не влияет. Единственное, что может быть, это нагрев поверхности кожи. То есть, грубо говоря, когда радар будет вращаться и проходить мимо вас, вы можете чувствовать такое кратковременное тепло. На самом деле, это самое максимально страшное, что может с вами произойти. То есть, у вас происходит поверхностный нагрев кожи, и то в очень-очень небольшом диапазоне, поэтому ничего страшного не произойдет. Никакая это не страшная радиация, ну просто чисто психологически, если радар работает, ну лучше, наверное, перед ним не стоять, потому что, во-первых, вы будете загораживать его работу, во-вторых, ну смысла в этом на самом деле мало, исключительно психологически. А так для здоровья никакого вреда нет, потому что если бы было, было бы куча предупреждений на радаре, а этого нету, и они сертифицированы для обычного гражданского использования. Есть много судов, у которых радар стоит достаточно низко, где-то на арке. Конечно, люди не находятся в прямом его диапазоне работы, потому что угол луча где-то около 6 градусов от излучателя. Но, в принципе, его ставят просто, чтобы не было никакой помехи, а для человеческого организма это совершенно не страшно. Теперь давайте рассмотрим спецификации нашего радара. Если нужно, я дам ссылочку на, ну, собственно, на эти радары. Вы можете зайти в спеки и посмотреть на сайте производителя. Мы сейчас посмотрим только на реально то, что важно. Во-первых, по спецификациям говорится, что потребление радара в режиме его работы 20 Вт. И в режиме стендбая 2,9 Вт. Но на самом деле значения немножко отличаются, потому что в зависимости от того, на каком расстоянии находятся объекты, радар умеет автоматически увеличивать или уменьшать мощность, собственно, пучка. Поэтому я бы сказал, что при обычном использовании радара он потребляет где-то в два раза больше, около 4 ампер, а это получается где-то там 30, там с чем-то под 40 ватт его мощности. И в режиме стендбая 2,9 ватта, ну это 300 миллиампер. Я на самом деле, когда радар выключен в стендбае, даже не замечаю его присутствие. Но потребление вот такое отличается от того, что говорится в спецификации. Теперь по дистанции, на которой работает 4G и 3G радар. Написано, что минимальное расстояние, на котором он работает, это 50 метров от излучателя и максимальное 36 морских миль. Но на самом деле, давайте сейчас рассмотрим с вами табличку, и вы поймете, что эти значения сильно отличаются. Я бы сказал так, что радары больше, чем 20 миль не работают.
И при этом, если мы давайте соотнесем радары третьего поколения и четвертого, я вам покажу, в чем отличие, потому что у радара третьего поколения есть свои там особенности, у четвертого свои. Итак, у нас мы говорим о том, что все радары у нас работают, максимальный диапазон это 24 морских мили, больше объекты они не ловят, но во всяком случае это по моему опыту. Но если мы видим объект так далеко, то 3G радар справляется немножко лучше, он, кстати, потребляет энергии немножечко меньше. Но если мы говорим о обнаружении объекта, это одно, а использование этого объекта, когда он обнаружен, это другое. То есть на таком расстоянии вы не можете видеть, вы не можете трекать, он у вас там то пропадает, то появляется. В общем, вы можете его случайно иногда заметить, но пользоваться вы радаром не можете. У радара четвертого поколения дистанция меньше, то есть на расстоянии 20 миль мы можем обнаружить объект, но, тем не менее, мы также пользоваться радаром не можем, потому что объект там рандомно появляется, там раз в минуту или раз в полминуты. Нам это ничего не говорит, мы MARPA объект трекать мы не можем. То есть мы говорим, что если вообще какой-либо объект у нас где-то вдалеке появляется, на хорошей воде, на ровной воде, то 3G радар будет справляться с этим немножечко лучше, 4G будет немножечко хуже. Но есть реально то, что важно, а в данном случае это не важно, потому что максимальный диапазон работы радара, он ни на что не влияет. Но давайте смотреть на диапазоны, которые действительно используются и которые нам нужны. Смотрим на табличку и давайте пойдем от самого маленького диапазона, менее одной морской мили. То есть 3G радар работает неплохо, хорошо, но 4G радар работает отлично. То есть мы можем видеть даже маленькие объекты, которые находятся на поверхности воды, такие как там рыбацкие буйки. Они маленькие, но при хорошем масштабе 4G радар их отлично определяет. Третьего поколения радар их не определяет. Поэтому у нас оценка, конечно же, у радара 4G выше и, соответственно, разрешение, с которым он работает, выше, соответственно, лучше. Менее 5 морских миль это тот диапазон, в котором 3G радар работает хорошо, но если мы возьмем 4G радар, он работает лучше. То есть если вы видите какой-то объект и он появляется, то на 4G радаре он будет стабильнее появляться и вы можете его трекать, а у 3G радара иногда MARPA отваливается, потому что он теряет этот объект из-за того, что он там на какой-то там несколько оборотов радара, он пропадает, он его не видит и теряет, собственно, пытается его найти. У 4G радара такой проблемы нету, то есть поэтому мы 4G ставим оценку отлично. Менее 12 миль 3G радар уже работает плохо, то есть у него объекты постоянно теряются, он их там периодически находит, его нужно тыкать пальцем и говорить, чтобы он его трекал. У 4G радара такой проблемы нету, но объекты иногда долго он считает, чтобы можно было их трекать, поэтому мы ставим здесь оценку хорошо, а у 3G радара ставим оценку нехорошо. Менее 24 миль уже 4G радар работает плохо, а 3G радар работает еще хуже. То есть мы им одинаково ставим оценку плохо, и до 36 миль они никто не работают. Поэтому подводим итоги. Если у вас радар 3G, то у вас будет все-таки немножечко хуже его использование. Понятное дело, что объекты такие как берег там, или остров, он будет находить в любом случае нормально. Если у вас есть какие-то мелкие объекты, типа на Филиппинах лодка, которая идет с мотором, который находится ниже ватерлинии, она деревянная, то есть 4G радар его там иногда может поймать, там даже когда вы подходите уже достаточно близко. А у 3G радара такой возможности нет, то есть вы его, скорее всего, не увидите, или это будет, ну, прямо не очень хорошо, и он будет иногда появляться. Поэтому радар третьего поколения на четвертый, наверное, менять не стоит, потому что не будет такого прямо там супер разницы, но если у вас выбор стоит там чуть-чуть сэкономить и купить третьего поколения, либо там $500 переплатить и купить четвертое, однозначно берите четвертого поколения, он будет работать лучше. Новые радары Halo, когда они появятся в продаже, либо у меня в доступности, я протестирую и скажу свои результаты, сделаю какую-то табличку, которую вы сможете посмотреть.
Еще я хотел обратить ваше внимание, что данный материал, который мы сейчас обсуждаем, он будет на нашем сайте captaingerman.com, и там вы можете все спецификации, все характеристики, расстояния посмотреть визуально, потому что на слух воспринимать информацию, которая чисто техническая, немножко сложно, поэтому я сделал материал для сайта, и вы можете открыть и посмотреть, в общем, со всеми диапазонами, со всем пользуйтесь как мануалом, я это решил сделать исключительно для вас. Далее, раз мы с вами уже проговорили про радары и проговорили про его разрешение и диапазон, на котором он работает, я хотел с вами еще проговорить частоту вращения магнитрона. Она имеет несколько значений: 24 оборота в минуту, 36 оборотов в минуту и 48 оборотов в минуту. В зависимости от того, какой у вас диапазон работы, как близко вам нужно видеть объекты, он автоматически увеличивает либо уменьшает скорость вращения. То есть, если у вас объекты находятся далеко, вы его включили там на 20 миль, у него будет самая минимальная скорость вращения магнитрона. Если у вас менее 1 мили, то скорость вращения магнитрона автоматически поднимается до 48 оборотов в минуту. Это у 4G радара, у 3G, я, к сожалению, не знаю, но это в данном случае не важно. То есть, когда вы заходите там в какую-то бухту и видите какой-то там мигающий объект, вы хотите его не терять из виду, потому что если этих объектов много, вам нужно контролировать всю ситуацию, где вы идете. И если они будут там периодически появляться, то использовать радар будет очень тяжело. Когда у вас объекты постоянно горят и вы можете между ними проходить, вот это правильное использование радара. Поэтому при диапазоне менее 1 мили, там, когда вы идете уже непосредственно внутри бухты, частота увеличивается, разрешение радара увеличивается, и вы видите объекты, которые постоянно будут гореть у вас перед глазами, и вы будете знать, где опасность. Теперь давайте рассмотрим, для чего же нам нужен радар. Пункт номер один. Для определения других судов. Трекается, нажимается на экране, когда подсвечивается объект, и говорится Select Marpa Target. Вы выбираете объект и говорите радару следить. Проходит там пару минут. Если этот объект имеет точную трансмиссию, то есть его радар определяет как действительно объект, а не какой-то то определяет, то нет, тогда он начинает его трекать. И он смотрит, куда движется объект, рисует путь, рисует его точечки, рисует направление движения. И показывает вам CPA и TCPA точно так же, как работает автоматическая идентификационная система или AIS. Номер два. Для определения объектов, например, такие как береговая линия, либо, не знаю, там острова, либо лодки в бухте, либо ну, что-то, в общем, что торчит из воды и стоит на месте, и вам нужно вокруг вот этого обходить. Допустим, нету света или там плохие погодные условия типа грозы, вы включаете радар, смотрите, где у вас что находится вокруг, даже если вы ничего не видите. Номер три, очень важный пункт, это проверка датума. Когда вы заходите в неизвестную вам акваторию, вы не знаете, карта у вас совпадает с реальностью, то есть если у вас на карте нарисован остров, в реальности этот остров находится там или он смещен в сторону, потому что конечно, сейчас карты стараются стандартизировать, но во многих странах привязка карт к, собственно, своему географическому положению, это, ну, очень трики, то есть это называется датум, и, оно, и эти значения могут не совпадать. Кстати, у нас в нашем онлайн-курсе это все очень подробно рассматривается. Как проверить, что ваш датум совпадает с географическим объектом? Вы включаете радар и смотрите, например, заход в бухту, у вас стоит там маяк. И этот маяк подсвечивается в том же месте, где этот маяк есть радаром. Вы включаете на карте overlay, и у вас два слоя совпадают между собой или не совпадают. Если объекты совпадают, значит, ваша карта соответствует действительности. Вы можете на нее опираться. Если не совпадают, значит, нужно быть супер внимательным. Значит, мели, глубины будут в другом месте. И тогда у вас включается уже режим высокого контроля над ситуацией, а не просто так там вы рулите себе как компьютерную игрушку по карте и все. Поэтому для этих целей, для контроля датума, вам радар нужен. Ну и последнее, для чего его еще можно использовать. Погода.
Очень часто бывает, когда вы сейлите в не очень хороший сезон, там проходят грозовые облака, там лупят молнии, дождь идет, под тучами сильно дует. Так вот, чтобы этого не было, вы включаете радар, и как на радаре Доплера, вы видите, где у вас большое количество сконцентрированной энергии. И это выглядит точно так же, как корабль, только сама энергия, она движется. И на карте вы видите, как изменяются габариты объекта и куда он движется. То есть, видя это все, вы можете выбрать траекторию, чтобы не попадать под вот это все, а уходить в другую сторону, если, допустим, туча идет там влево, вы движетесь вправо и наоборот. То есть вот так вот мы радаром пользуемся, чтобы не попадать вот прямо под плохие погодные условия. Это все, для чего нужен радар. Может, я что-то забыл, напишите в комментах, как вы его еще используете. Может быть, я что-то не знаю. Ну что, теперь переходим к технической части. Общая теория у нас закончилась. Я думаю, что для вас это было интересно. А сейчас информация для яхтсменов, у которых из сети Инмея пропал их бродбенд радар. То есть будем сейчас с вами траблшутить и определять, что же с ним случилось, почему он пропал. Но прежде чем мы это начнем, давайте я вам радар разберу и покажу, как он устроен внутри и какие элементы за что отвечают. Это, мне кажется, тоже будет для всех интересно, потому что, я уверен, не очень много людей видели, что внутри этого тазика находится. Так, открываем радар. Что мы видим? У нас есть два элемента. Снизу это материнская плата и все, что, собственно, обрабатывает сигналы. И в нижней части находится мотор с редуктором, который передает обороты, собственно, на сам магнетрон. Наш магнетрон состоит из двух частей. Часть, которая отправляет сигнал, и часть, которая принимает сигнал обратно. Вот он крутится. Скорость вращения задается мотором внутри блока с материнской платой. В зависимости от масштаба это может быть 24, 36, 48 оборотов. В новом радаре это может быть и 60 оборотов на расстоянии меньше, чем одна морская миля. Ну и, собственно, сама материнская плата, которая передает Инмея в сеть, подключается разъемом VGA. С устройством того, что внутри радара, мы разобрались. Теперь давайте перейдем с вами к подключению. Устройство Инмея сетей мы с вами рассматривать в этом выпуске не будем. Подразумевается, что у вас есть понимание, что это такое, как это работает, и, возможно, у вас уже это все собрано в одну сеть. Если у вас эти вопросы есть, вы не знаете, как это работает, наверное, я бы руками это все не трогал, а вызвал специалиста, который бы вам это все собрал. Но если вы занимаетесь ремонтом, обслуживанием своей лодки самостоятельно, подключаете устройство, то вы знаете, как работает Инмея. На данный момент сети Инмея есть две. Это 0.1.83, старый протокол. На современных лодках он иногда встречается. Например, если у вас в Инмея сети есть компас, то большая вероятность, что Инмея компас работает по старой сети 0.1.83 Инмея. То есть это старый протокол, медленный, малое количество пакетов данных проходит за единицу времени. В общем, старая сетка, но для компаса это более чем достаточно. Инмея 2000 это уже современная сеть, которая работает ну прямо быстро. Есть еще ряд сетей. Уже появились новые сети, которые на open source, но мы сейчас смотрим на стандартную реализацию на большинстве лодок. Совершенно неважно, это Garmin, это Lawrence, это BNG или Simrad, они все работают на Inmea, скорее всего, 2000 или 0.1.83. Но в данном случае наш радар работает на Inmea 2000, поэтому у нас для того, чтобы сам магнетрон работал и что-то показывал, нам нужно радар интерфейс, то есть устройство, которое в сети Simrad, называется RI-10, и оно подключается уже в ваш network Inmea. То есть у вас есть два кабеля. Первый — это Ethernet, который обменивается между устройствами, говорит, что я это устройство, я есть в сети, и я могу вам передавать данные от радара, забирайте у меня. Вот это Ethernet, который отвечает за network. А данные с радара по Inmea 2000 идут в сети Simrad с помощью Simrad Bonds или Simnet Bonds.
А, скажем, в Raymarine это Seatalk, то есть это чуть-чуть разные сети, они по-разному сконфигурированы, но немножечко не об этом речь. То есть данные из радар интерфейс RI-10 идут в SIMnet через стандартные провода, и по этим проводам уже идет вся информация в общую сеть, и любой из чартплоттеров забирает эти данные и может делать либо там радар-оверлей, либо вывести прямо на радар вот этот вот крутящийся зеленый диск. В общем, это уже как вы хотите эти данные видеть перед собой. Но изначально сам радар передает просто данные в сетку, и вы уже эти данные можете использовать. Но для этого вам нужен радар-интерфейс RI-10 устройство в сети SIMRAD, в Benjin, скорее всего, оно называется так же, потому что это одна сеть. В SIMRAD может по-другому, но в любом случае это радар-интерфейс. Теперь, у радар-интерфейса есть, естественно, свое питание. Это отдельный черный провод, который заходит в RI-10. Далее мы подключаем, собственно, наш магнитрон. И вот с этим мы будем сегодня с вами разбираться, потому что если вы заходите в диагностику сети и вы видите радар-интерфейс, это значит, что вы видите вот эту вот коробочку, в которой собираются данные. Но если у вас нету радара, это значит, что, собственно, нарушена коммуникация между RI и, собственно, самим радаром. Это значит, что где-то проблема с кабелем. И вот сейчас мы приходим к тому, что мы должны разобраться с вами, как устроен данный кабель, для того, чтобы понимать, как, собственно, работает вся система. Итак, коммуникационный кабель состоит из двух частей. Первая – это подача энергии. У нас есть 4 провода. Красный, естественно, позитив, черный – негатив. Далее у нас есть желтый провод, который в некоторых сетях включает радар подачей электричества 12 вольт на него, и радар такой: о, я есть, я ожил. Так вот, в сети SIMRAD на красный и желтый провод 12 вольт подается в любом случае всегда. Кстати, радары работают в диапазоне от, по-моему, 8 до 36 вольт, ну, то есть диапазон любой, и в этом диапазоне будет радар работать. Так вот, у нас есть красный и желтый, на котором будет в любом случае позитив, толстый черный, на нем будет негатив, и еще один серенький, который отвечает в радар-интерфейс за подключение, это скрин, то есть это защита, оплетка, чтобы не давать помехи и наводки на, собственно, интерфейсный кабель. То есть у нас питание состоит из 4 проводов. Зеленая колодочка, которая втыкается в радар-интерфейс, и через нее идет питание самого радара. Кстати говоря, на сайте SIMRAD вы можете найти траблшутинг. Если что-то пошло не так, шаги, по которым вы можете проверять. В статье, которую я выложил у себя на сайте captaingerman.com, ссылочка в описании, будет... Это же статья с SIMRAD, я просто сделал скриншоты, чтобы если у них там поменяется URL, чтобы можно было найти. Но я ссылку в любом случае на SIMRAD, на Troubleshooting дам. Но это как бы часть общей истории. Я на своем сайте в статье даю вам полный пин-аут всех разъемов. То есть вы можете посмотреть, какой провод, какой подключается и что на них проверять. Так вот. С питанием мы с вами определились. Питание радара у нас есть, вы можете проверять его, собственно, на конце, на круглом разъеме, который идет уже и подключается непосредственно в радар. Далее, у нас есть интерфейс, который говорит радару «включись», «выключись», получает данные, и это обычный Ethernet. Вот вы сейчас видите пин-аут, но здесь он у вас дан просто для общей информации. На моем сайте также есть пин-ауты для Ethernet. То есть, грубо говоря, у вас Ethernet втыкается в радар-интерфейс, а с другой стороны у вас такой большой круглый разъем, в котором и питание, и дата, они заведены в один. Но даже если вы прозвоните все пины и они будут работать, есть шанс, что у вас может быть короткое замыкание между двумя интерфейсными проводами, и это будет проблема. Это диагностировать крайне сложно. Поэтому если вы проверили питание, проверили, прозвонили все, вы можете просто отрезать маленький любой Ethernet, подключить его в радар под теми же пинаутами и просто посмотреть,
работает ли он. Если он включился, значит, скорее всего, у вас кабель у вас уже умер. Вы его можете поменять. Вот сейчас вы видите серийные номера. Они отличаются только длиной. И вы можете его заказывать, просто по этому номеру искать. В статье, кстати, на сайте они также есть. То есть, моя рекомендация. Если вы прозвонили питание, прозвонили все провода и другим проводом проверили, радар запустился, а с штатным кабелем нет, выбросьте этот кабель, потому что это только начало конца, и дальше он будет только портить вам жизнь. Вот такая вот история, такой траблшутинг. На данный момент мы с вами определили, как делать траблшутинг у основного кабеля, который идет из радар-интерфейса непосредственно в радар. Но радар подключается к круглым разъемам. Иногда может быть такое, что вы, когда надеваете, загнули пин, он отломался, и у вас кабель испорчен. Открываем наш радар и смотрим на кабель, который идет дальше. У нас обычный VGA разъем, и на своем сайте я сделал полный пин-аут этого разъема. Вы можете посмотреть, какой провод куда идет. Возможно, у вас кабель, который идет, подключается в сам радар и до этого VGA разъема, который уже подключается в магнитрон, возможно, проблема где-то там. Возможно, пин какой-то загнут, возможно, что-то пошло не так, или коррозия, или испортился разъем. Вы можете аварийно просто откусить ваш кабель и подпаяться в VGA разъем и его подключить непосредственно в ваш радар, если вы находитесь вдалеке от цивилизации, и таким способом решить проблему. Потому что 15-пиновый VGA разъем имеет те же самые провода, которые вы заводите прямо с радар интерфейса. Просто вы исключите одно звено, один сокет. Поэтому все пин-ауты под VGA я также вам даю, и у вас будет та часть, которую нигде в интернете, ни в каких описаниях нету. Ну что, друзья, сегодняшний выпуск подошел к концу. Я попытался совместить две темы, которые для очень разных аудиторий, для людей, которые не знают, что такое радар, как он работает, то есть общая информация, как это сделано, и уже, собственно, траблшутинг для тех, кому нужно решать проблему, у которых есть проблемы, поломался радар, и вот алгоритм, по которому это все можно определить, и все спецификации всех разъемов также я вам предлагаю. Ставьте лайк, пишите коммент, проверяем колокольчик. У кого не приходят нотификации, сделайте реподписку, то есть отпишитесь и подпишитесь заново, потому что у YouTube иногда бывают какие-то проблемы, и он перестает отправлять нотификации. Все, на этом выпуск наш подошел к концу. До встречи в следующем выпуске. Пока!